Доброй ночи, блядь. Да-да-да. Здорово-здорово. Что значит заебал дрон? Че хуй ты вылез тогда? Я только домой приехал, пацаны. У меня мои пиздюки, да. Вы мои личные говнюки. Да, короче, я только приехал с тренировки, пацаны. Сегодня я говорю, весь день я наедал. Вот. Ну и, короче, наел. Наел и поехал тренироваться. Сегодня очень поздно. Вот. Но тем не менее я все успел. Сделал сегодня зад бедра, как и хотел. Сделал ягодицы. Сделал голень. Ну вот. Так что, короче. Все было выполнено исключительно качественно. Вот, думаю, сейчас перед тем, как кушать, попиздю немножко с вами. Вот. Значит, знаете, что хочу вам рассказать сейчас, пацаны? Расскажу вам небольшую историю. Забавную. Колени все так же болят. Есть вещи, которые меняются. Есть вещи, которые никогда не меняются. Сейчас подзаряжу немножко телефон, чтобы, когда я кушал, я мог с вами пиздеть. Вот, потому что на данный момент он у меня почти сел. Радует, что складка у меня тоньше стала. Реально стала тоньше складка, даже на пояснице, даже на жопе. Так что, пацаны, я ебты хорош. Не, микрофон не зажимаю, ребят, просто, видимо, уже он сам по себе не очень заебок. С моим спортпитом на этой неделе будет более-менее понятно по срокам, все в работе. Будет один очень крутой продукт, такого продукта ни у кого нет, ни у одной компании-производителя. Но я вам пока, опять же, нихуя не скажу. Но будет реально такая штука, вот. Молодец, Лаврентий. Ну вот. Так вот, короче, давайте я Real Food, типа как у этого-то, блядь, долбоеба. Не-не-не. Протеин роста, типа того, да. Ну вот, короче, рассказываю прикол. Прикол вам, приколюшечку. Приколюнечку расскажу. Часть моего спонсорского спортпита. Да, я думаю, сейчас, да, буду устраивать вам розыгрыши. Ну, у вас тут, видите, 40 человек, блядь, моих говнюков личных. А надо, блядь, разыгрывать все-таки на большее количество народу, а то как-то слишком получается несправедливо. Вот. Случайно влетел. Я в топе, это ништяк. Это приятно. Подписывайся тогда скорее. Ну вот, короче, рассказываю, пацаны, вам приколюнечку. Уже не первый раз мне пишут, короче, ребята и задают такой прикольный вопрос. Говорят, здравствуйте, Валерий, подскажите, пожалуйста, в 15-16 лет возможно ли заполучить спонсора? Вот у меня напрашивается, блядь, вот просто напрашивается вопрос. В 15-16 лет они хотят получить спонсора. Они, блядь, что, охуели, что ли? Я не понимаю, блядь. Ты, что ты такое из себя в 15-16 лет представляешь, блядь, чтобы тебя спонсировать, ёптую, в бодибилдинге? Нахуя, блядь? Вообще пиздец. Это просто космос. Там кроме мамы с папой спонсоров быть не могут. Да и то мама с папой должны крепко задуматься, стоит ли вообще вкладывать в тебя деньги в таком возрасте, блядь, или уже, может быть, и не стоит, нахуй. Только что если ты не леприз, да. Вот. Я, конечно, прихуел, если честно. Хочется прокомментировать это немножко и рассказать про мою 15-16-летнюю жизнь вам. С подключением тебя, Лазарев. Ребят, Лазареву скажите, что он подключился. Ну вот, короче, рассказываю, ребят. В 15 лет Валерий Геннадьевич, блядь, устроился на работу, блядь, и бегал по станциям метро, нахуй, втюхивая тёлкам косметику, блядь. Бегал, знаете, такой,
заходил в каждый, блядь, в каждый абсолютно магазин, блядь, ларек, ёптую, чтобы там не было, нахуй, с лаками, блядь, карандашами, блядь, и прочую всякую хуйню, блядь, под этим, нахуй, под дождем. И говорил: «Здравствуйте, я представитель такой-то компании. Не хотите попробовать лаки наши? Не хотите попробовать наши, блядь, сука, чё там, хуй его знает, чё, короче, да?» Бегал для того, чтобы заработать хоть какую-то, блядь, денежку. Вот. И как бы, знаете, ребята, если честно, я, блядь, до сих пор не понимаю, почему, блядь, нынешняя, блядь, молодежь считает, что им все должны, блядь. У меня не было никаких контрактов до 30 лет, блядь. В 18 лет, блядь, я начал, нет, пизжу. В 17, по-моему, лет я начал работать тренером сначала в одном клубе, потом в другом клубе, блядь. Сначала я работал тренером в Алмазе, блядь, и получал за смену, блядь, 120, по-моему, рублей, если не спиздеть. То ли 80, то ли 120 рублей. Вы вдумайтесь, блядь. А работал я там, блядь, 12 часов в день. Я приезжал, открывал клуб, блядь, а потом, нахуй, я уезжал и закрывал клуб. Вот это было пиздец. Вот. После Алмаза я устроился, блядь, поработал в Таурус Фитнесе, блядь, в котором вообще ничего абсолютно, блядь, не заработал, нахуй уволился. Потом попытался устроиться в Планету Фитнес, блядь, в Планете Фитнес что-то там, блядь, не получилось. Слушай, Лазарев, иди поспи, а. В Планете Фитнес, блядь, что-то не получилось. Потом я, блядь, устроился. Куда же я устроился, блядь, потом? 120 рублей, что раньше, что сейчас. Ничто. Вот. В итоге, короче, потом меня пригласили в Спортлайф. Я работал достаточно долгое время в Спортлайфе. До 2008 года. И уже потом я, блядь, начал заниматься какой-то предпринимательской деятельностью, когда понял, что я не хочу особо зависеть ни от кого, а хочу быть самостоятельным, да. И вот тогда и начались все эти, блядь, группы ВКонтакте какие-то, какая-то предпринимательская деятельность, купи-продай, блядь, чем я только не торговал. Вот. Ну, такие вот дела, блядь. И никто денег не давал, знаете, как-то, блядь, никто контракты не предлагал, хотя в 2008 году я уже был абсолютным чемпионом России по юношам, блядь. Я уже был к тому моменту, блядь, чемпионом Санкт-Петербурга по юниорам. Я уже был к тому моменту чемпионом Санкт-Петербурга среди мужчин в категории 100 килограмм. Вот. И как-то контрактов никаких не было, никто ничего не предлагал. Вот такие дела. А сейчас почему-то, блядь, ребята решили, что в 15-16 лет они могут совершенно спокойно сказать: «А вы не хотите предложить мне контракт? Я очень перспективный бодибилдер». Ну вот, хочется спросить, блядь, а что ты можешь дать мне, блядь, взамен? Вот, блядь, вот человек производит, у него своя компания, он производит спортпит, да? И тут 15 или 16-летний балбес приходит, говорит: «Да возьмите меня на контракт, я буду вас рекламировать», да? И что ты нарекламируешь, блядь? Кто тебя знает? Что ты дашь компании, блядь? Ничего не дашь. Вот и вся, блядь, как бы политика. Не хотят пиздюки работать, блядь. Не хотят зарабатывать деньги. Хотят, чтобы деньги, блядь, шли к ним нахуй. А они, блядь, только это, ели метаны качались, блядь. Это пиздец просто. Вот. Короче, чем хотел, тем поделился, блядь. Меня удручает нынешняя ситуация, блядь. Чем моложе, тем наглее. Чем наглее, тем бесполезнее, блядь. Если честно. Надо работать, блядь, надо учиться. Надо, блядь, как минимум какую-то пользу нести, а не, сука, как сказать, блядь, этими быть. Боже мой, слово забыл. Паразитами, блядь. Доброй ночи, добрый. Дронич, про какую жрачку? Сейчас я пойду кушать, и будет про жрачку. Что ответить про уставшие мышцы? Блядь, мне уже это уже, блядь, за тема заезженная уже. Я же не виноват, что ты все пропустил. Да, можно пить пиво, конечно, бухай. Бухай, бухай. И персонально я тоже тренирую. Не только персонально, я тренирую даже персонально. Зайди к нему на страничку, напиши, скажи: «Васип, ты живой?»
нас у Алексеева тоже кондея нету, только окна открытые. Че, я сейчас потренировался, 2 литра водички выпил тоже. Все дела. Ну ладно, Пассат, вам, конечно, я пришлю даже на халяву. Тебе, Дроничу, блядь, который пиздит постоянно. Вот. Не, смотри, чего ты всадил 1 литр, я не знаю. Если ты всадил 1 литр пива, это не страшно. Дронич, ты такой вежливый человек, я просто хуею иногда, блядь. Шорты, да, еще, блядь. И что еще тебе дать, блядь? И всю линейку продуктов на тест, да? И контракт, да, Дронич? И главное, и контракт. Да. Шубы с барского плеча, блядь. Успокойся ты там уже с пивом со своим. Посоветовать что-нибудь от боли в суставах? Молоток, блядь. И не могу, меня до сих пор бомбит по поводу того, что, блядь, люди нахуй считают, что... Да, так даже точнее. Ну вот, что, блядь, это... Молитва тоже очень хорошо. Шмотки. Нет, Закан урод, если честно, просто урод, бля. А я красавчик. Приходи, ремонтируй, я не против. Ну вот, я говорю, до сих пор меня бомбит по поводу того, что я должен это бесплатно людей консультировать, отвечать на вопросы, всем все рассказывать, потому что, а хули ты что, не за людское, что ли? Ты что, что ли, совсем барыга, гондон, что ли? Ты что, впадло людям помогать, козел вообще? Ты просто мудак вообще, Валерон. Зазнался и охуел ты просто, понял? Надо, как все нормальные пацаны, бесплатно друг другу помогать, знаешь. Я в ахуе, просто в ахуе. Иванчик, ты меня заспамил уже Перископ. Я боюсь, что я тебя забаню сейчас. Сначала про бухло было, теперь про то, что ты обострешься, блядь. Ну, нам всем так интересно, блядь, сколько ты будешь срать и сколько пива пить, я даже не знаю. Кардио под меня идет, заебись. Хуя ты, блядь, на самом деле поздновато ты уже кардио-то делаешь. На самом деле очень хочется спать, если честно. Мне сейчас надо еще пожрать один раз. Вот я пожру и лягу спать. Мои видосы под творог заходят. Да мне кажется, блядь, под творог все что угодно, блядь, может зайти. Ну вот. Блядь, я вообще не понимаю, где, откуда эти все люди берутся. Перископах. Я сейчас пойду кушать, но я говорю, я подзаряжаю телефон специально, чтобы с вами на связи побыть, потому что если я сейчас пойду сразу есть, вы долго на меня не посмотрите, телефон сядет. Выжмет кто-то кого-то от груди. Ну вы, пацаны, вообще. Павлик, за этим все и делается. Очень хочется, конечно, надо это сделать. Крые жопы, блядь. Интересный регион. Надо побеждать. Бля, Лаврентий, ну где ж ты такое находишь-то? Че, реально прям заходишь, а они там дрочат, что ли? Это кошмар. Вот ебанутые мрази, а. Это насколько, блядь, бесполезные куски говна. Я в ахуе. Вот что эти люди, блядь, могут дать? Ну, а почему нет? Есть шансы. Я не знаю, Лаврентий, если честно, смотреть на это. Можно порнуху открыть с нормальными тёлками. В чем понт, блядь, смотреть на дрочащую американку? А Миронова нету там?
случайно зашел, а там Миронов, блин. Шутки за 300, блядь. Ну да, на позитиве, конечно, что тут, блядь, расстраиваться-то. Фу, блядь. Хорошо пошутил. Смешно. Оригинально. Как там, кстати, Гостюнин-то поживает, расскажите, а то я как бы не в теме, не отслеживаю. Что там, как Energy Diet-то продается, а то мне каждый день по этому Energy Diet-у пишут, это пиздец. Уже заебали, мне сегодня предлагали, блядь, купить витамины за 800 рублей и продавать за 1500. Вы, говорит, Валерий, можете охуенно на этом зарабатывать, тёлка мне пишет. А я ей говорю, блядь. Да мне, говорю, похуй, девушка, говорю, вот реклама, говорю, у меня в паблике в месяц стоит вот столько-то. Говорю, платите на карту Сбера, говорю, и будете рекламировать, блядь, свои чудо-витамины. А она мне, блядь, такая упрямая, сука, эти сетевики такие ебанутые, если честно, просто охуеть. А она мне пишет, такая, Валерий, вы не поняли, мне не нужна реклама. Я предлагаю вам зарабатывать. Я говорю, да мне насрать, говорю, девушка, реклама стоит столько-то, говорю, мне похуй ваш сетевой маркетинг, блядь. Все, баба слилась. Пиздец тупые вообще, просто тупые. Вы можете на этом зарабатывать. Дуры, блядь. Да, есть на завтра кура. Что в Питере грудка стоит? По-разному стоит, смотря какого срока годности. В Перекрестке есть грудки просроченные, ну, которые подходят к концу срока годности, так можно купить за 80 рублей упаковочку. Если есть желание сэкономить. Как куру делаю? Тушу ее, блядь. Или жарю. Смотри, какое настроение. Если настроение плохое, я ее жарю. Да у вас говняный просто перекресток, блядь. У меня самый охуенный перекресток. У меня здесь просрочка все время продается. Нихуя, 340 рублей. Я больше, чем 200 с чем-то даже и не видел, блядь. Бля, вот это я устал, охуеть. Ну вот, да, 200 с чем-то, да, норм. Блять, посад. Вареную грудку можно есть только в салате, если честно. Перекресток на Рублевке в натуре. Ну, Павлик, я смотрю, ты не в России живешь. Буржуй, блять, буржуй. Бля, пацаны мне сказали, короче, что мне надо делать массаж трапеции. Потому что там застаиваются какие-то соли, еще какая-то хуйня. И когда делаешь какие-нибудь упражнения на плечи, блядь, это все уходит в шею, после этого шею защемляет. Так вот, короче, мне сказали, чтобы мне шею не защемляли, мне нужен массаж трапеции. Поэтому все, кто хочет помассажировать мне трапецию, напишите мне в личку, блядь. Я скажу вам, куда приехать помассажировать мою трапецию. Мы снимем это на перископ. На что Васип? Ну, с Васипом уже неинтересно, он уже делал мне массаж всего. Дикли Сукова, это из электролитов, блядь. Заебали меня посылать то туда, блядь, то сюда, то хуй еще знает куда.
Вы понимаете, кстати, что сейчас у меня катаболические процессы в организме идут, а я не иду переключать их на анаболические только потому, что заряжаю телефон, чтобы вы могли лицезреть меня, когда я кушаю. Вы понимаете, сколько я делаю ради вас? Вот так, блин. Настроение, да, в 2 часа ночи пиздец боевое, прям сейчас готов, блядь, все крушить. Нет, не смотрел Warcraft. Здравствуйте, здравствуйте. Мы заряжаем тебя анаболизмом. Да вижу я, блядь, как вы меня заряжаете. Хоть бы кто-нибудь из вас купил у меня Растан, ебаные нищеброды, блядь. Говорю, Растан только у меня оригинальный, а вы мне все, Валер, продай хайгет, блядь. Ебаный в рот. Вы даже не понимаете, о чем вы говорите. Я вам, сука, предлагаю практически этот... Какой-то, как он, блядь, Граль. Да как же он называется-то, ёпты? Этот. Ну, напомните слово, когда вечную жизнь-то дает. Какой там Граль, Святой Граль, какой, блядь, что ж я туплю-то? Дронич, давай. Да вы такие же тупые, как и я понял. Эликсир, ёпта. Ну, пиздец неучи. Ну, Амброзия хоть так. Вот, Святой Граль. Ну, да, значит, я правильно все сказал. Вот. Святой Граль бодибилдинга вам предлагаю, блядь. Растан, нахуй. Который, блядь, в аптеке стоит от 10 до 13 тысяч за упаковку. Я вам, блядь, по 6 тысяч предлагаю аптечный Растан. А вы мне, блядь, что-то дорого, ёпты. Валер, я лучше хайкет, наверное, у тебя возьму. Ой, дураки, не могу. Пассат это не считается, это подкожно. Дженерик, какой дженерик, блядь. О, да, грудку, конечно, лучше. Когда, если есть выбор между грудкой и гормоном роста, конечно, надо грудку, ты прав. И Растан там тестостерон. Бля, ребят, вы, походу, обкуренные. Просто, блядь, в дрова. Растан в грудку, точно. Себе. Холодильник попсикол за 10 тысяч рублей еще не продал. Да и давно уже продал. Ребята, идите в жопу, блядь. Гостюнин потратил 500 тысяч рублей на выходных. На что? Чьих? Ой, не могу. Да, блядь, таких шлюк нет. Что я думаю по поводу гроуфуд? Если честно, я даже ни разу их в руках не держал, блядь, этот гроуфуд, блин. Я думаю, что пока у меня нет с ними договора, блядь, на рекламу, я ничего о них не думаю, мне похуй. А как только, блядь, у меня будет с ними договор на рекламу, я буду говорить, что это очень вкусно. Очень вкусная еда, охуенная. Буду как Линдовер фотографироваться, обкладываясь, блядь, их упаковками. И вот такое лицо делаю. Я думаю, так будет заебись, да? Вот. В личку напишешь мне что? Что надо думать про гроуфуд? Я нихуя не буду о нем думать, пока они не предложат мне бабки, Даша. У меня, блядь, я исключительно продажная личность, блядь. У меня нет денег, блядь, нет разговора. Land Rover так и улыбается. Улыбается кому? Кинг... Протеин нахуй. Ты о чем? Кинг протеин, может, и нахуй. Сейчас посмотрю, подождите, зарядил я, нет. Блять, что-то у меня из-за вас даже не заряжается телефон, сука, я жрать хочу. Так, ну-ка не спрашивайте меня о том, в натурах у гостюн или нет. Возьмите, пойдите, принудительный анализ у него на общий тестостерон и все. Чего вы ко мне пристали? Генетик Лаб, да, норм. Даша, ты хочешь меня купить? Гроуфуд это твоя компания? Да если Гроуфуд это, вы там что-нибудь мутите с Гроуфудом, вон пусть Серега рекламирует, что ест котлетки, макарошки, блядь, и картошку. Обложишь его тоже упаковками Гроуфуда, блядь. Зафоткаешь и в инсту, что. Нормалек что-то. Ну, напиши в личку, что. Да я не думаю, что у них есть бабки, блядь, которые мне были бы интересны. Ну, вот. Нет, в том плане, что купюры у них те же, просто мало.
Генетик, да, заебись, прот, нормальный. Мне вот тут пацаны навезли, блядь, теперь лежу и в этом, в проте обсыпаюсь, короче, блядь, в генетиковском. Лысину посыпаю, жду, когда начнут волосы расти. Пока не растут. Как-то так. Чего, ежи? Нет, сахар зам не мешает на диете. Ну, смотря на какой стадии, естественно. Но я думаю, что, бля, если еще до соревнований недели три можно хуярить. Растаном побрызгать лысину, это слишком дорогое удовольствие, блядь. Растан исключительно внутримышечный и подкожно. Дорогое удовольствие. Это вы там можете себе кинг-тропином, блядь, побрызгать лысину. Это говно, да. Растаном нет, извините. Слишком ценный препарат. Ну да, дронич, внутримышечный или подкожный. Можно так, а можно эдак. Как ни крути, блядь, один хуй, блядь, работает. Причем внутримышечно лучше. Вы такие глупые, вы ничего не знаете. Уже хотел подрочить и спать, и тут я. Джинтропин, не знаю, мне не особо. От подкожного инфильтрата нет. От подкожного бывают прыщики, если неудачно введешь. Нельзя сахар зам. Ох, Дашка, хочешь ты на мне заработать, чувствую я. Что-то тут нечисто. Что-то вы с Серегой решили замутить. А вдруг вы меня, блядь, отравите? Хуй знает. А у меня такое будущее, такие перспективы. Мне еще на Арнольд Классике выступать. А вы возьмете и сделаете из меня мэнс физика. Того и гляди, а может даже бикини с вашим гроуфудом. И что тогда? Меня люди не поймут? А может еще того хуже стоять перестанет. И подтвержу легенду тогда. Какая-нибудь телка из тех, что я трахал, возьмет и проговорится, что у меня не стоит. Ну, в смысле, не трахал, а пытался трахать, что я такое говорю. Да. Хотя, что мне пытаться, я и не пытался никогда. Господи. Жалкие потуги. Так только в руке подержать давал и все. В двух пальцах. Блин, что-то меня прет на ночь, конечно, да, когда спать надо. А у меня всегда так. Через жопу, всегда на траху. Ты же знаешь, блядь, народ всегда все делает через жопу. Фальш-траха, ёб твою, вот это да. Я говорю, у меня такое настроение, как правило, когда я очень хочу спать, блядь, а спать нельзя. Вот. И это все из-за вас. А что случилось, когда шла кровь из носа, блядь, что внутричерепное давление, мои маленькие. Умные детки. Фу, блядь, фу нахуй. Сейчас. Буквально секундочку, минуточку. Даш, ты посмотри там это, ребятам скажи, если ты здесь еще сидишь, это, гроуфуд продаешь, короче. Ребятам скажи по чесноку. Миронов-то здоровее, чем я, да? Это пацаны переживают, говорят, что, блядь, Миронов здоровее, чем я. Просто хотя бы убей меня комментарием, скажи, что Серега больше, чем я, и все, и пиздец. И я пойду тогда, пойду я спать после этого. Даже есть не буду. Нет, это реально Даша Наварская, да. Если она предлагает рекламировать мне GrowFood, значит, это реально Даша Наварская. А, ну, раз Миронов на ПКТ, сейчас тогда все, я понял, короче. То есть, как только он, блядь, поставит себе один укол Сустанона и Нандролона, все, пизда рулю тяжеловесом, тяжеловесом всем пора сваливать, да, я так понял, блядь. Ну, перестань, не говори так. То сейчас Дашка Серегу разбудит, Серега придет сюда и разнесет нас всех тут нахуй.
Да-да-да, это будет значит, что это не Дашка, а Серега, короче, сидит с ее аккаунта. Бизнес-стратегию тут продумывают, да? Хитрые ребята. На пуре, и на пуре, и без пура, это точно, конечно, смогут. Да я и не собираюсь, зачем банить-то, наоборот. С кем побиться? Действительно, у меня же нет талии. Ты уж прости, Егор, так вышло. Так вышло, что на самом деле она есть. Вот. Но ты никому не говори. Давайте поддерживать легенду, что у меня ее нет, ладно? Спасибо. Спасибо, Егор. Я сейчас просто заплачу. С Валуевым, да, с Валуевым, я думаю, самый заебись будет вообще. Почему бы нет, блядь? Все, сейчас будем, пацаны, грузиться. Грузиться будем не по-детски. Вот это мясо. Сейчас, подождите, я достану. Банка похожа на голову. Ну, ребят, вы можете отстать от меня с Гостюниновыми, с Мироновыми? Блять, это мой перископ. Ёб твою, что вы мне доебались-то с обоими? То одного, то второго, то одного, то второго. А? Нет, не буду поменять. Не буду менять окна. Извини, пожалуйста, меня, Владимир Владимирович. Ребят, честно, сейчас банить начну. Заебали уже. Ну, это, пошутили и хватит. Чего вы как, блядь, честное слово. Да, еще про пиано спросите меня, пожалуйста, а то у меня слишком хорошее настроение. Ребят, да отъебитесь вы, господи, у вас вообще нету ни машин своих, ни квартир. Чего вы, блядь, из себя строите? Честное слово, сидите пиздюки пиздюками и комментарии, блядь, мне пишите какие-то, а? Вот вам делать-то нехуй, блядь. А то у вас у каждого своя трехкомнатная квартира в новостройке, блядь, и Porsche Cayenne, ёпта. Вот прям вот так оно и вижу. Новый причем, с салона, блядь. Олигархи вы мои, нахуй, недоделанные. Дай угадаю, Passat? Да, Passat. Сейчас бы тортик. Не, я не хочу. Я уже отвык от сладкого, я его не ем. Чё за круглая поебень? Это кофеварка Нескафе Дольче Густо. Вы же олигархи, вы должны все знать, у вас у каждого должна быть своя кофеварка. Да, я директор по маркетингу в Новой Арене, делаю маркетинг. Превращаю Новую Арену в фитнес-хаус. Это моя главная ключевая задача была. Да, у меня даже кофеварка на таблетках. Блять, я сейчас как грузанусь мясом, и будет оно у меня, блять, всю ночь в животе булькать. Вот это будет космос. Что за мясо? Не, мясо не с овощами, просто тушеная говядина. А вот сейчас еще один вопрос какой-нибудь про мою личную жизнь, и в бан полетите все. Я миллион раз говорил, моя личная жизнь вас, никого из вас, блядь, не касается. Мой перископ, блядь, не для того, чтобы мне с вами обсуждать мою личную жизнь. Не, еще не видел. Посмотрю. Чаек. Кофеек. Thank you.
Это Максифен соло, охуенно. Мне вообще очень нравится слово соло. Значит, охуенно. Блин, а где чайник-то? Чайник-то где? Когда сушка реальная? В июле, я надеюсь, все равно. В июле. Так. Смотрите, как выглядит стол настоящего качка. Вот такой вот стол. Хопля. Хоплый-ловый. Витамины группы Б. Потому что я сказал, что нельзя пить все. Это значит нельзя. Все остальное, разжевывание и прочее, это платная консультация. Я тебе, считаю, уже сделал большую услугу тем, что сказал, что сахар зам нужно отключать за пару недель до соревнований. Это все. Это и так дохуя ценный совет. Клетчатка где? В манде. Вы какие-то грубияны прям. Вот я не понимаю, вас что... В интернате воспитывали, что ли? Клетчатка где, слышишь? Валера, скажи, пожалуйста, а где клетчатка? А вот эта вот клетчатка где? Ответ может быть только один. В манде. Усыновить тебя? А что ты будешь делать? Полы будешь мыть? Одежду будешь мою стирать? Готовить мне будешь? Ебать, сейчас у меня тут наберется, да? А готовить-то вкусно умеешь? Если да, то я подумаю. Если нет, то нахуй надо. Валерий, скажите, пожалуйста, а где клетчатка? А вот и ответ на твой вопрос. Валерий показал тебе клетчатку. Видишь как? Все. Главное, вежливость, запомни. Как только, блядь, становишься вежливым, вежливость летит к тебе в ответ. Сечешь? Вот так-то. Сейчас Валерий Геннадьевич возьмет ножичек и нарежет огурчиков. Прям на было. Не за что, не за что, батенька. Приятного аппетита. Спасибо. Подождите, я А вы можете посмотреть на меня пока. Спасибо. Главное, сейчас мне себе ничего не отрезать, пока я читаю ваши комментарии. А то вдруг письку случайно на стол положу, вывалю все это дело. А тут, между прочим, ножик. Спасибо вам большое. Премного благодарен. Очень, очень приятно. Кушай, расти большой. Это не помешает. Мало ешь, как балерина. Знаешь, натураху, я тебе честно скажу. Я вот одну балерину знаю. Зовут ее Кристина. Так вот эта балерина, блядь, жрет больше, чем я. Вот веришь, нет? Нет, ну я пизжу, она, конечно, жрет не больше, чем я. Но она жрет столько же, сколько я. Вот у меня прием пищи, блять, у нее прием пищи. У меня прием пищи, у нее прием пищи. И размеры порций практически такие же. Вот как это все вылазит? Не знаю, почему хуже слышно. Честно, сам расстраиваюсь, реально не знаю. Поэтому есть такие балерины, которые жрут больше, чем бодибилдеры. Так что, блядь, ребята, всякие бывают.
возбуждает. Нет, натураху, это раздражает. Да нихуя, нихуя. Переваривается все очень даже заебись. Даже не замечает, походу. Пацаны, у меня телефон садится. Вынужден вас немножечко подрастроить. На то она и бикинистка. Брать у тебя деньги и жрать твою еду. Вот такое вот дело. Приступим. iPhone, да, iPhone. Спасибо. Вот видите, ребятки. Вы думали, как Валера питается сейчас? Валера питается вот так. Ничего лишнего у меня в еде уже нету. Даже чай тот без сахара. Поэтому, когда вы мне пишете про сахар зама, мне сейчас немножко смешно. Я сейчас-то сладкого нихуя не ем. А углеводы только сложные. Но это сложно. Так себя приучить надо питаться. А приучить себя так питаться, блядь, это пиздец. Это так же сложно, как приучить себя регулярно и тяжело качаться. Это либо нравится, либо нет. Спасибо. Может и не придет. Thank you very much. Главное, чтобы в унитаз эти 700 грамм не выходили, да? Сало вкусно. Сало это хорошо. Зато и люблю Украину. Да мне просто лень. Да, конечно, не переварится в натураху. 700 нет. Ну, Лаврентий, сейчас приедешь и покушаешь. По-разному. По ощущениям. Вам эта информация ничего не даст, ребят, реально. То я 300 буду грамм, скажу вам, что 500. Это ничего вам не даст. Ты давай едь аккуратно, там топит он по-кутузски, блядь, ненормальный. Горилка вообще была бы красота. А я бы сейчас бухнул бы красиво. Я понял, понял. Все равно я говорю по-разному. Ой, Лаврентий, я уже со счета сбился. Вино, если хорошее, то да. Не-а, не бухнул. Шейк за прием пищи, конечно, не считаю. Только жесткие приемы пищи и все. Вот творог за прием пищи я считаю. Протеин нет, конечно. Честно, я не пробовал, поэтому ничего об этом не думаю. Блять, ну давайте еще про Тихомирова поговорим. Ну ебаный в рот, ну. Что у него там росло-то?
вышел, выиграл, всех порвал. Давайте про долбоебов не будем, ладно? Не знаю, на сушке ты бздишь от того, что у тебя много белка. Все очень просто. Я думаю, если 700 грамм белка есть, то пердеть будете, будь здоров. Только, блядь, будут окружающие в обморок падать. Помогают, наверное. Ой, в натураху. Давай пока не будем ничего загадывать, да, просто будем делать, блядь, и все. Почему от гороха? Очень просто. Потому что это растительный белок, это же бобовые. Усваиваются они плохо, вот и пердишь. Как в пуре. Нет, сейчас я никакие ферменты не пью. Вот это правильно. Это золотые слова. Кто не пердит, тот пиздит. Полностью поддерживаю. Пацаны, сейчас телефон сядет. Тураху, я не планирую на любительской олимпии выступать в этом сезоне. Спасибо. Спокойной ночи. Да, конечно, не портит. А Джонни мне испортит. У меня прием пищи, мне надо есть. Тураху не планирую, честно, да. Но он же понял, что я имею в виду. Ты можешь на тураху, да. Давай, спокойной ночи. А, пацаны, я тоже пойду. А то телефон сейчас сядет. Давайте, всем спокойной ночи, до завтра.